Сюжеты русских народных сказок из оргстекла. Владимир Мясников уже был героем местных новостей. Его увлечение мастерить поделки из органического стекла развивается. Пенсионер нашел новое вдохновение. Теперь это мотивы русских народных сказок. Еще весной на подоконнике в квартире Владимира Мясникова красовались герои бажовских сказов. Теперь им на смену пришли Емеля на печке да Колобок убежавший. Народными сказками увлекся мастер. Помогла ему в этом библиотекарь. Библиотека хорошая, там несколько залов. Есть один зал даже детский. Вот это в детский зал, вот это Анна там женщина. Вот она туда все выпрашивает, у меня вот эти игрушки. И сказочки, ну все, короче говоря, что интересно для ребятишек, она все говорит, делай, я забирать буду. А еще понравились Владимиру Федоровичу египетские пирамиды. Рядом с дворцами и храмами нашлось место и для пирамид культуры майя. Потом, наверное, в Индию заберусь. Тадж-Махал. Вот, но в Индии-то там нет этого, там просто храмы, замки какие-то старые остались. От Раджи, да, от всего, что там раньше было. В Японии можно заглянуть, там есть все доброе посмотреть. Тоже оттуда что-то можно взять. После прошлой нашей встречи к Владимиру Федоровичу обратились женщины. Органическое стекло у мастера для поделок закончилось, а у нашей зрительниц как раз лежало без дела в кладовке. Все, я поехал. Приехал туда, там три стекла, ну вот со стол, вот такие три стекла. Ты мне купил стекла. Не работаю, сейчас вот пока есть, но тоже уже заканчивается все. Сейчас опять надо где-то искать стекла. Может, еще кто-нибудь позвонит? Связаться с Владимиром Федоровичем Мясниковым можно по телефону 64903. Лариса Воложанина, Владислав Бурулев, Павел Тимофеев. НТС «Ирбит».